Наследница лучших традиций. В Новосибирск приехала исполнительница народных песен Дарья Рубцова. Завтра восходящая звезда выступит с русским академическим оркестром, а сегодня она провела встречу с клубом друзей новосибирского коллектива. Дарья Рубцова с юных лет на сцене. В 4 года солистка Майкопского муниципального ансамбля «Казачата», а в неполных 16 – оркестра русских народных инструментов Республики Адыгея. Далее учеба в консерватории, переезд в Москву. И вот уже Дарья гастролирует по России. Во Владивостоке встреча с Владимиром Гусевым. Руководитель Русского академического оркестра Новосибирской филармонии приглашает певицу в гости. И она уже второй раз приезжает. В концертном зале имени Чайковского всегда страшно. Всегда за кулисами, наверное, теряешь несколько лет жизни от страха. А здесь все просто. Здесь все по-доброму, хорошо, с любовью. Мастера своего дела. Дарья выросла в казацкой семье. И хотя певица любит разную музыку, она категорически не приемлет модное ныне смешение культур и жанров. Бесконечные эксперименты с народной песней. Надо сохранять национальную аутентичность. Сразу покорила своей какой-то такой теплотой, мастерством, глубиной, мыслью. Она продолжает традиции великих наших русских певиц. Стрельченко, Зыкиной и многих еще других певиц. У ней свое лицо, свой почерк. Например, завтра во время концерта Дарья исполнит народную музыкальную историю из 3 песен. Это рассказ сельской девушки 19 века о своей судьбе от грез до горьких разочарований. Впрочем, будут и другие более известные песни, а сегодня Рубцова щедро делится своим искусством с клубом друзей академического оркестра. Сегодня же Владимир Гусев рассказывает о сотрудничестве Русского академического оркестра Новосибирской филармонии и певицы. В планах запись совместного диска. Константин Клещин, Артем Валевич, Новости ОТС.